Всем привет! У нас в шорте был наш куриный супчик, шурпа с курицей. Вот там короткое было видео за минутку. Сегодня хочу показать, как это просто, вкусно, дешево и быстро. Вот что мы берем. Раньше мы это никогда не покупали, но времена меняются. Сейчас курица стоит я не знаю сколько. Это очень жирный вот такие вот супный набор с курицей. Вот, и суповой, правильно, да? Конечно, вот смотрите, суповой, вот такие вот спинки жирненькие. Если мы будем большой казан варить, поэтому сварим это все. Сейчас хорошо промою, залью холодной водой, сниму пенку и потом покажем дальше. Так, пенку сняли. Вот у нас здесь две луковицы, две моркови. Мы сразу добавляем, довели до кипения, в общем-то, у нас пенку сняли. И теперь лук не жарим, не парим, ничего. И сразу картофель. Видите, крупно нарезано. Немножко нарезали вот такими, как она называется? Ну, покрасивейше. Ну да, для красоты. Потому что супчик-то дешевый. А вкусно получается. Пусть вот еще и красивый будет. Главное, вкусно. Опля. И полезно. С курятиной. С курятиной, да. И быстро. Здесь самое долгое, это, в принципе, суп картофельный. Картошку было чистить. А остальное все. Ой, что-то я так это... Надо крахмал внизу оставить. Спешу. Тот, кто смотрит нас, тот знает, что обычно я... Хотя бы минут 20, чтобы картофель был, это была в воде, чтобы крахмал немножко лишний вышел у нас. Так, вот смотрите, мы все сюда положили. Все сырое. Сейчас доведем до кипения и сделаем потише, чтобы она так вот на медленном огне кипела где-то полчаса, пускай покипит. Или 20 минут, и затем посолим, лавровый лист все добавим. Ни в коем случае. Приправа специи. Да, ну у меня сегодня приправ особых не будет. Вот соль такая, вот видите, универсальная соль. Здесь уже все есть. И лавровый лист, и перчик. Больше ничего нам здесь и не... Можно укропчик, у кого есть свежий, хороший. У нас есть замороженный, мы посмотрим, может и добавим. И в принципе, ни в коем случае не закрывайте крышкой. Если даже и закрываете, вам нужно быстрее, то не вот так примерно, чтобы оно не закрыто было. Потому что самое важное в супах, это когда у вас хороший прозрачный бульон. Если он намылится, уже какое бы мясо нехорошее, вкусное не было, уже не получится у вас вкусный суп или вкусно первое. Вот смотрите, и ничего такого здесь больше и не надо, только варить. Пусть варится. Еще хотела бы вам показать, мы не любим шкурку куриную вот в супе или что, но там жира много, поэтому я немного отварила, потом удалила. Вот это и выброшу, а вы как хотите. Теперь у нас уже вот картофель уже сварился, мясо уже тоже сварилось. Такой наш картофельный супчик. Теперь мы его посолим, поперчим, лавровый лист вот добавим сюда. Теперь, ну, примерно ложку. Видите, какая соль получается. Здесь все тоже есть. Ложку добавлю чуть-чуть больше. Так, потом попробуем, что у нас здесь. Видите, какой наваристый получается. И перчик. И минут 5-6 мы еще покипятим. Так, укроп решила тоже добавить. Ну, сухой добавлю. Что-то не выходит у меня. Так, чтобы немножко для вкуса. 5-6 минут и готово будет. Супчик у нас готов. Смотрите, вот такой вот у нас получился. Надо мешать, чтобы вы видели. Можно и погуще, как вы любите. Муж у меня любит пожиже, поэтому мы сделали вот... Я много сделали, потому что дети придут... Сегодня на ужин поедим супчик. Вот смотрите, вот вроде чего. Каких-то там спинок курицы. Дешево,
но зато такой насыщенный суп получается. Самое главное, как я уже говорила, сварить хороший бульон. Тогда супчик у вас все время будет вкусный. Ну вот и все. Заходите на наш канал, подписывайтесь. Вы для себя всегда что-нибудь найдете, если вы действительно что-то ищете. Смотрите, у нас теперь пронумерованные, поэтому, если что, будем говорить, по каким номерам какой у нас рецепт. И до новых встреч. Пока-пока. Всем всего самого доброго.